С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня посмотрим на состав хозяев. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Состав Manchester United. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня посмотрим на состав хозяев. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Состав Manchester United. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня посмотрим на состав хозяев. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Состав Manchester United. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня посмотрим на состав хозяев. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Состав Manchester United. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. И наш матч начинается. Смотрим за атакой, стремительно она развивается. На повторе видно, что положение вне игры действительно было. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Есть поддержка здесь. Хорошо мяч перехватили в атаке. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. И вот потери в центре поля.